В этом коротком видео я расскажу про мое путешествие в Египет, Хургада. Случайно созвонился с моим другом и решили поехать в Египет, так как у него уже опыт был в Египте, он уже туда много лет ездил. Я согласился с ним вслепую поехать, хотя я не очень люблю эти южные страны, потому что там очень жарко, ну и пустыня. Короче, мы купили билеты в интернете, на самолет искали самые дешевые, и потом искали отдельно отель самый дешевый. И получилось так, что на 18 дней мы полетели туда. В общем, отпуск мне понравился. Единственное, что мне не нравилось, это, как говорится, везде эти арабы, которые тебя зазывают. Во-вторых, они тебя стараются надуть, как можно больше из тебя денег вытянуть. В-третьих, это сама пустыня, песок, пыль везде. В-четвертых, не очень такой чистый воздух, как у нас, потому что не хватает осадков и больше пыли находится в воздухе. Ну и на этом все. Что мне понравилось, это море, подводный мир, рыбы, которые я кушал. Питание дешевое, много свежих фруктов. И сам Египет мне понравился. Сувенирчики, которые я прикупил себе, тоже. Впервые я нырял вот такой вот под воду и дайвинг делал. Это было, как говорится, немножко страшновато для меня, потому что я боюсь глубины. Но это было первый и последний раз, я больше не буду это делать. Все, вот так вот мое путешествие было. Но это не последний раз в Египет. Будет еще повторяться мое путешествие такое вот. Будет в Кайру. И может быть еще дополнительное в Люксор. А пока вот сейчас выходит это короткое видео. После него я буду вылаживать примерно по 20 минут видео, где буду показывать весь мой отпуск, какой я опыт там получил, что я там узнал, хорошее или плохое. И я стараюсь поделиться какой-то информацией с вами в дальнейших видео. Спасибо за просмотры. Посоветуйте мой канал своим близким и родственникам. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем всего хорошего.